Всем привет, с вами Психиатр, мы продолжаем играть в Bridge Constructor Portal. Продолжаем проходить новые уровни с порталами. Так, куб и кнопка, поехали. Поехали, начнем, посмотрим, что это у нас здесь такое. Так, допустим. Для начала давайте поймем. Ага, вот мы едем, нажимаем кнопку, взрываемся в портал. В принципе, понятно, как мы эту проблему можем решить. Ага, есть кнопка. Есть этот кубик. Значит, это мы делаем раз, это мы делаем два. И проблема как бы решена. Ага, нифига не решена. Так, а как же нам эту проблему решить? Построить. Кубик падает слишком быстро. Значит, нам нужно его как-то прогнать. Вопрос, как это сделать? Вот если я поставлю портал сюда, допустим, и как-нибудь вот так вот. Мы еще и кнопку нажмем. Ага, ну почти. Блин. Поди ровнее. А почему? Что сейчас не так случилось? Блин, теперь он не успевает. Вот ведь хрень. Так, ладно, блин. Да убери ты. Да я понял. Как же тогда мне это сделать? Слушайте, а вот тут вот есть... А ну-ка. Если я сделаю вот так вот, например. А ну. О, идеально. Идеально. Так, с этим понятно. Значит, потом. Ставим сюда раз. Ставим, ну, получается, сюда два, потому что нам нужно кнопку нажать. Сюда как-то выезжать. Сюда приземляться. И, в принципе, да, осталось мосты. Осталось поставить мосты. Давайте поставим. Ага. Так, насчет тебя. Ты держишься вообще? Блин, как-то неплохо держится. Я не понимаю, с чем это связано. Я вроде бы делаю как... По канонам. А вроде бы как и... Фигово что-то выходит. Не знаю, может мне обучение этот пересмотреть. Так, ну допустим. Допустим, с тобой разобрались потом. У нас есть еще один мост. Тут вот. Будет ли он держаться на таком вот деле? А почему я не могу? Ты издеваешься? Все, я могу. Так могу. Но это просто так. Так, значит, потом. Угу. Да блин. Допустим, а ну-ка. Что получится, давайте глянем. Так, тут все идеально. Тут...
все идеально. Блин, нужно еще эту кнопку нажать. Спокойно. Спокойно. Получается, нам вот так вот придется вылетать. Сюда влетать. Сюда вылетать, а ну. Я забыл про тебя просто. Так, с этим все нормально. Тут все хорошо. Тут спокойно проехал, ничего. Вот что будет с колонной? Ну, в принципе, с колонной. А успеет ли? Успела. Слава богу. Слава богу, все успело. И тут все выдержало. И тут все выдержало отлично. Отлично, 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 замечательно. Дальше. А, там ход зарабатывания достижений идет. Как назывался отталкивающий гель 1? Так, ну-ка, давайте смотреть. Давайте смотреть. Ну, тут ничего строить нельзя, кроме порталов, поэтому логично. Логично делать. Как-то вот так вот. То есть он приземляется, отпрыгивает и улетает куда-то. Куда-то сюда. Отсюда он улетает. А куда он отсюда улетает? В смысле, а здесь ничего нельзя сделать? А, во. Можно. Отсюда он вылетает сюда. А почему я не могу сразу сюда поставить? Не знаю. Так, давайте проверим. Как работает система. Ага. И отсюда мне уже нужно поставить мост. Так, тут, скорее всего, нужно... Даже не нужно, а придется делать вот так вот. Чтобы немножко изменить траекторию. А, он не долетает, серьезно? Чё ты не долетаешь? Ну ладно. А, так. Но тут придется как-то ловить. Делать мягкую посадочку, так сказать. А, делать вот так вот. И аккуратно вести все это дело. Так, только как это поддержать, чтобы оно не прогнулось? Так, оно прогибается. Блин, вот эта шняга ненадежная. Допустим. Ты, блин, а? А если убрать? А если так? Так уже получше. Но надо не забывать, что сюда будут приземляться автомобили. Ладно, давайте попробуем. Сначала с одним, потом посмотрим, как этот мостик нас выдержит. Так, ну он, в принципе, приземляется вот на этот угол. И мост рушится. Меня это не устраивает. Надо переделывать. А если мы вот так вот сделаем, слушайте. И, например, вот так вот. Блин. Вот ведь хрень, а. Как же тебе жесткости добавить? Скотина. Так. Теперь все упирается сюда.
Ну давайте посмотрим, что из этого получится. Блин, так, конечно, на него это... Нагрузка больше, потому что он приземляется на наш именно мост, а не об этот кусочек. Возможно, сейчас придется переделывать обратно. Сейчас толпой налетят как. Да хотя нет. Мост крепок. Все, в принципе, нормально. Ну, можно было еще лучше сделать, если бы они приземлялись вот на тот угол, то, в принципе, нам вообще ничего не помешало. Вот так, конечно, чуть-чуть побыстрее они ехали бы, и все бы развалилось. Так, воздушные панели веры. Что это значит? Ага, я понял. Опять мосты. Точнее, не мосты, а вот эти шняги. Так, откуда ты должен вылететь, скажи мне, дорогой? Отсюда? Зачем? Затем. Допустим, да? А ну-ка, что будет? А чё ты бьёшься-то, я не пойму. Чё с тобой не так? О! Так, ну допустим. Это ты, блин, а чё с тобой случилось? Чё не так? Кого? Ты задолбал меня, слышь? Всё ж чётко было, нет? Да блин, зачем ты умрал-то? Сразу. Почему ты едешь в обратную сторону? Ты там разворачиваешься, что ли, где-то? Вот что с тобой не так, а? Как это развернуть? У меня ж получалось, блин. Хренька. Почему ты начинаешь ехать? А во, сейчас нормально. А чё ж было не так? Что-то я не понял. Юмор. Может, тут что-то где-то не совпало вообще? Ты застреваешь здесь? Давай вот так вот сделаем. Так нормально? Так нормально. Так, значит, потом он врезается куда-то сюда. Кнопку нажали. Кнопку нажали, и отсюда нужно, чтобы он вылетел. Блин. А вылетит ли он с такой этой силой? Вот это вопрос. Ага. Я вот тут сомневаюсь, что он так пролетит. Да блин, чё тебе не хватает-то, ёптить. Заедь в дырку. Хо-хо-хо-хо. Блин. Как? Как мне его отсюда выпернуть? Вот чё он летит в какой-то этой траектории дебильной? Почему ты не меняешься теперь? Перевернуть. Почему я не могу здесь переворачивать? У меня до этого была такая возможность. В смысле? Почему мне тут не дают перевернуть? Я хочу перевернуть. Алло. Почему ты летишь вниз? Ты же должен вверх лететь. Так, ну ладно, если вот так вот.
Ах ты, блин, ну почти. Почти же. Я реально не понимаю, почему такой с такой дебильной траекторией улетает. Может быть, он тут как-то фиговенько влетает. Это как это? Так, я не пойму. Я не пойму, что не так. Здрасте, а сейчас ты вон как вылетаешь, ты издеваешься надо мной? Ты до этого не мог так вылететь? Еще ниже, серьезно. А че ж ты сразу так не вылетал? То ты, блин, летишь, как непонятно чего. То ты с подпрыжкой. Ну вот! Вот это другой разговор. Давай колонну запускаем. Ну, с колонной тут не должно возникнуть проблем. В принципе, ничего не пересекается. Если эти дурачки будут ехать одинаково, то, в принципе, все нормально пройти. Ну да. Тут все, благо, окей. Так, с этой загадкой разобрались. Ништяк. Ништяк, поехали дальше. Не касайтесь шарика. Следующий квест. Допустим. Допустим, что это значит? Не касайтесь шарика. Так, ну тут, а как, какая проблема поставить портал вот здесь раз, портал вот здесь два и как бы... И он как бы прилетает. Цель. Знаете, в чем проблема? В том, что он летит долго, собака. Летит он долго, скотина. Значит, нужно его ставить ближе. Вот здесь ловить ближе, точнее. Например, вот сюда раз портал. И вот сюда два. Но это хотя бы как-то снизит там это тело все. Вот тут его как бы вот так вот не пустить. Получается, да? Ну и тут сейчас подкорректируем. Угол. Блин, жалко, я вот сюда не могу прям воткнуть. Не могу. Не, не могу. Так. Теперь, значит, делаем уголок. Это не надо. Ага, ну тут, в принципе, мне... Это ты, блин, а? Так, допустим. Допустим, с этим разобрались. Теперь новая проблема. Он нифига не летит прямо. Из-за того, что я поставил такие углы. Он хочет лететь. Черти знает как. А, ну вот так вот более-менее еще. Слушайте. Это еще куда не шло. Тут-то я могу подкорректировать, наверное, как-нибудь. Вот тут его вот так вот поймать и, в принципе... Не, ну это не будет держаться, не будет. И вот так вот. Да. Блин. Ч
чуть-чуть выше. Погнали. Так, ну тут сработало, в принципе. Такая система меня устраивает. Тут все едет. Теперь с вами, пацаны. Теперь с вами. Мне вас нужно как-то, что ли, в горку направить. Я вот реально хз, как лучше. Чтобы вы ехали-то помедленней. Как лучше? Наверное, в горку. Других вариантов нет, и то. Тоже немало. Так. 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 Так, а ну-ка. Я еще знаю, как усилить эту конструкцию. Погодите. Во-первых, вот тут вот. Можно сделать вот так вот. Хотя бы частично, да? И во-вторых, если что, можно еще внизу достроить, в принципе. Быстрее! Ты, блин, а? Как же мне тебя замедлить еще сильнее? Этого мало. Еще мне вот такие горки тут ставить? Чтоб ты вверх-вниз катался. Но это, в принципе, решение. Да, глупое немножко. Можно было красивее это все организовать. Но, тем не менее, это решение. Все выдержано. Ну, тут еще можно усилить эту конструкцию, если поставить вот на эту нижнюю платформу. Поэтому с этим нет проблем. Все, великолепно. Великолепно. Как может быть иначе? Как может быть иначе? Так, 8-й левел. Бутик. 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 Что это значит? Бутерброд? Ядрить. Ядрить. А что так много всего-то? Что так много? Что так сложно? Так, давайте посмотрим. Ты стреляешь по мне, скотина. Ты по мне мразот стреляешь. Зачем ты это делаешь? Неясно. Нужно нажать эту кнопку. Тогда мы... А что у нас есть? У нас есть куб. Который... Что сделает? И что он сделал? Так, я не совсем понимаю, что делает вот эта кнопочка. Это ясно, что делает. А что делаешь ты? Не, погоди, давай тест. Ну вот я ее нажал. Что-то произошло вообще, нет? Странно. Ладно. Сюда я портал, наверное, не могу поставить. Теории даже. Могу? Серьезно? Так, ну я могу, получается, задержать все это дело. Это уже неплохо. Допустим. Хм.
Ты сюда упадешь, интересно? Так, ну с этим понятно. Тут, в принципе, тоже. А куда у нас синий-то ведет? А, из синего этого нету. Ну, допустим. Чё не так? Где не так? Кого не так? И чё? А, это ты? А чё-то я не понял, а чё это ты? Ты куда поехал-то, ёптить? А, это ты так быстро проскочил, что ли? Да в смысле? Ля, ну, кстати, хочу заметить, он нифига не успевает прострелить нас. Чё интересно. Блин, а? Так, с кубиком. С кубиком давайте подумаем. Как-то плохо тут приземляется. Блин. Еще вот эту кнопку как-то надо нажать. Бляха! Ты издеваешься надо мной или чё? Как я тебе сюда кнопку эту нажму? Сюда я портал могу поставить? Здесь не поставь. А. Ну так чисто. Нет, нифига не могу. А как я сюда тогда? Вот этот куб, он же сгорает. А, погоди-ка, вот эта шняга, получается, отключает. То есть это мне сначала нужно сюда, потом тебя отправить. Да. Оттуда. Блин, это сложно. Так, погоди. Значит, из желтого ты должен, получается, вылетать куда-то. Сюда, что ли, я не знаю. There you are. Goodbye. Так, ну мы, в принципе, кстати, проехали до сюда. До сюда мы проехали. И тут мы все нажали. И тут мы все нажали. Хорошо. А если мы отсюда вот так вот поедем? Не, ну так-то неплохо. Единственное, что угол падения меня не совсем устраивает. А тут никак по-другому не воткнешь. There you are. Ну, допустим, мы тебя притормозили. Теперь ты нажмешь кнопку. Нажмешь. Хорошо. Ты нажмешь кнопку. Заедешь, получается, сюда. Не-не-не. И вылетишь отсюда и поедешь на финиш. Да? Бы нет. Dispensing product. Goodbye.
Развернуть можно? Можно. Ништяк. Вот тут можно развернуть. Что на том уровне не купим. Так, ну допустим. С одним, по идее, должно сейчас все нормально получиться. Меня больше интересует вопрос, что будет, когда поедет колонна. Как быстро они поедут. Ну, они достаточно быстро. Друг за другом. Да, они вроде бы не помешали, да? Не, нормально. Но тут, походу, как-то по-другому еще можно было пройти, потому что, вот смотрите, вот здесь пространство я как бы не занял, вот тут вот прыжок. То есть я обошелся без этого лишнего дела и как-то напрямик, что ли, это сделал. Ладненько, друзья, давайте, пожалуй, на этом этот выпуск я и закончу. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в паблик, ВКонтакте, ссылки есть в описании. Ссылка на плейлист данной игрой, также на остальные плейлисты будет в описании. Ну а с вами был Чудо-психиатр. Всем до встречи в следующей серии. Всем пока.